Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Весной 2021 года одним из самых главных трендов криптовалютной индустрии стал NFT-токены, и меньше чем через год уже никого не удивляет, что первую запись в Википедии продают за 750 тысяч долларов, а кинокомпания Miramax собирается судиться с Квентином Тарантино из-за продажи NFT на не вошедшие в криминальное чтиво цены. Одним из самых ярких проектов 2021 года стал The Sandbox Game. Что за этот проект, как устроен, я расскажу вам в этом ролике. Этот ролик выпускается при поддержке одного из ведущих криптовалютных бирж Gate.io. В этой бирже вы можете торговать множеством криптовалют, которые нет в других платформах. Как покупать монеты в этой бирже, чуть позже вам расскажу. Так что смотрите видео до конца. The Sandbox Game – это многопользовательская онлайн-игра, использующая технологию блокчейна с элементами децентрализованных финансов, DeFi и незаменяемых токенов NFT. Sandbox – это целая игровая метавселенная, в которой игроки могут покупать и продавать земли, создавать и реализовать свои проекты, NFT-токены, а также участвовать в управлении проектом, определяя вектор его дальнейшего развития. Дословно название проекта переводится как «песочница», и в этом названии отражается его суть – создание базиса для реализации новых игровых продуктов. The Sandbox позиционирует себя как платформа для создания и монетизации игрового опыта, в которой участники создают свои игры и целые виртуальные миры. При этом создатели имеют право собственности на свои творения. На игровой торговле площадке Marketplace используются три вида токенов. Sand – песок, нативный токен игры, работающий на сети Ethereum в стандарте ERC-20. Основная валюта игры используется для всех транзакций. Assets – актив. Создаваемые пользователями игровые объекты являются незаменяемыми токенами NFT, использующими стандартов ERC-1155. Эти объекты уникальны, и у создателей есть на них право собственности. Land – земля. Это земляные участки, технически это тоже часть NFT токенов, но в стандарте ERC-721. Такой участок можно купить, продать или передать в аренду. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. На земле размещаются объекты и предметы, и которые трансформируются в полноценные игровые уровни. Токен Sand используется для выполнения всех транзакций и взаимодействий во всей экосистеме The Sandbox. Игрокам необходимо владеть Sand, чтобы играть в эту игру, настраивать свои аватары, покупать земли или обменивать активы на Sandbox Marketplace. Также, являясь токеном управления Sand, позволяет своим владельцам предлагать и голосовать за изменения в платформе через структуру децентрализованной автономной организации DAO. Sandbox – это многопользовательская контент-платформа, которая позволяет игрокам создавать метавселенную игру, менять ее внешний вид и содержание. В отличие от многих игр, в The Sandbox нет заранее определенного игрового мира и заранее продуманного сценария. При этом, помимо создания и добавления своих объектов в игровой мир, пользователи могут заработать на продаже своих творений. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.